just wanna be happy, happy tonight. Всем доброе утро. У нас уже все тает. Вон даже трава видна на земле. Все уже трава такое. Трава это, блин. Не сильно мы по ней соскучились. Вот, мы... Уже Богдан приехал с работы. Мы собираемся ехать в магазин. Ставили тут такой как список. И как и говорили. Вот. Ой, господи. Такой список тоже на неделю, что мы будем тут готовить, покупать, вот. А еще, пока тут суть до дела, я это сухим шампунем себе волосы напшикала. Вот такой у меня шампунь. Мне как-то очень нравится. Если вот так вот нету времени, быстро надо куда-то выбежать и голову помыть, вот, хотя бы хоть прилично можно выйти. Вот, так что придем уже домой, уже буду мыть голову сегодня шампунем нормальным. А пока таким шампунем пользуюсь, сухим, мне нравится. Только я его запшикала, так Богдан сказал, у меня как седые волосы. Ну, белым он пшикает таким. Вот, так что мы будем собираться в магаз. Мы закупились, У нас такого вообще никогда еще не было, мы в шоке. 35 литров воды. Вот, и единственное, что мы заедем еще в один магазин, такой же максимум, потому что я хотела ополаскиватель для вещей, смеситель купить, но его, но того, который я хотела, не было. Там были скидки на другие, но я хотела там такой Кокалина фирма хороший. Вот, но его, именно его, вот этого вкуса, да, пока не было. Вот, так мы решили воду еще заедем сейчас. Вот. И все, и домой вот эту всю кучу разгребать, кушать, это капец, как хочется. Вот, но мы ничего лишнего не накупили, так что, в принципе, по списку просто. Неделя точно в магазине. Неделя, да, в магазин нас даже, неделю наверное, воду покупать. Воду даже, да, но тут он все равно купит, посмотрим. Итак, наша стандартная распаковка продукта. У нас сегодня, конечно, очень много. Мы купили и себе, и Джеку, и для дома, в общем, 3 мешка и 7 бутылок воды. Это получается 35 литров. В общем, так что сейчас будем разбирать. Мы купили протоколу по акции. Так, 2 баночки. Уже половину, ну не половину, чуть меньше оприходовали. Сосиски такие. Купили пасту. У нас закончилась. Купили салфетки. Да, такие гигиенические. 3 пачки молока. 2 пачки сахара. Будем готовить такой супчик. Мама рецепт мне написала. Фасоль купили одну баночку. Богдану шампунь. Дезодорант мне. Кофе. Я решила не такое попробовать. В этот раз там скидка была. Мне интересно, как оно на вкус. Сливки. Так, маслины. Банка помидоров в собственном соку. Джеку консерва, 3 пачечки томатной пасты и вот этот мешок как бы и все. И таких чипсиков пожевать, тоже скидка была. И печеньки заварные, мягкие такие, вкусные. С чайком вот так просто ездили в этот Озас за этим ополаскивателем. Последний был, единственный. Так что нам очень повезло. Брокколи, болгарские перцы, рассыпчатый сыр, тертый. Очень много всяких разных йогуртов. Тут они все без лактозы, всякие разные с персиком, с вишней, с клубникой, с черникой. В общем, разных набрали. Будем потом пробовать всякие. Купили лука, мы будем готовить, нам нужно будет достаточно много лука на этой неделе, так что купили побольше. Так, купили хлеб черный, яблоки вкусненькие, вот эти очень вкусные. Купили, будем готовить печенку, 2 пачечки купили, на неделю вот приготовим. 2 пачки фарша говяжьего, 1 идет на суп, 1 пачка уйдет, мы будем типа болоньезу делать, но очень мало будем, кто что захочет.
И пачку куриных грудок. Тоже я тут башню решила построить, не получится. Пачка куриных грудок. Морковка. И Джексу косточки. Еще одна такая пачка чипсиков. Тоже мы разные взяли. Пачка яиц. Сметана. Батон. Мазать такой сыр на бутерброды. Две докторские колбасы там были, пацаны. Одной мы тоже их купили. Паштет еще один взяли. Помидоры, черри. Вот эти вкусненькие. Они даже пахнут очень сильно. Вот. И тоже там по акции было. Сырки купили. Тут вода стоит. И Джиксу купили. Вот такой вот корм. Это твое, да? На все вот это вот про все примерно не более 60 евро, так 57, вот может что-то такое. Где-то чек лежит, но там все подряд прям идет. Этого нам всего на неделю. То есть и мясо на неделю. Вот этот ополаскиватель, это надолго, там, не знаю, салфетки надолго, сосиски эти тоже достаточно долгое время. Вот, для нас, ну, как мы смотрим по разным магазинам, все равно мы много где уже закупались. Мы закупались в магазине Максимо, он один из дешевых. Есть Lidl, этот немецкий, да, немецкий? Немецкий. Вот, он такой дешевый, но там не всего тоже есть, там надо читать составы. И сравнивая все цены вообще, в принципе, сколько там люди тратят. То есть мы бестолково здесь ничего не купили. Ну там чипсы, кока-кола, ну это все такое, тоже хочется такого. А так этой еды, правда, нам на двоих, надолго хватит. Так что будем мы всю эту кучу раскладывать. Подогреем сейчас супчик, да? Будем отдыхать. И перекусим так, а потом что покушать, посмотрим уже. Мы вкусно покушали, очень-очень объелись, так жарко после супчика. Как говорит мой папа, ешь потей, работай мерз. То так нам жарковато стало сидеть на этих кожаных стульях, и мы пересаживаемся на диван. И решили включить наши буквы красивые. Вот, и зажгли эти свечки, два светильничка, и нашу эту свечку. Она так горит красиво. Такое мощное пламя. Сейчас пойдет растает воск, этот пойдет запах, наверное. Вот. Мы досматриваем «Игру престолов», нам осталось полторы серии, так что эта эпопея скоро для нас закончится, да? Интересный фильм, сериал. Интересный, да. Советуем посмотреть. Хороший, нам нравится. Вот надо будет решать, что потом смотреть. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing. Around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah. Поиграли с Джексом, сходили в душ, вот, сделали себе чаёк. Сейчас перебрались уже в комнату, будем отдыхать. Так что мы, наверное, будем заканчивать сегодняшнее видео. Такой вот денёчек у нас, пятница. Вот, еще два выходных впереди, так что это очень-очень классно. А мы уже закупили еды, и об этом думать точно не нужно будет. Так что всем спокойной ночи, всем пока-пока. It will always be crystal.
purpose in my heart.